Друзья, всем привет! Это Салоники. Сегодня хотел маленький ролик снять, что происходит в Салониках. Коронавирус, беженцы. Вот такая вот маленькая темка у нас будет. Так, начнем с коронавируса. Он самый интересный, да, такой самый популярный. Да, у нас 26 февраля было обнаружено первое заражение коронавирусом. Привезла ее женщина, которая отдыхала в Италии. Вот, и она приехала и завезла этот первый вирус. Нашли его. На протяжении сколько? С 26 февраля, сегодня 8 марта. Женщин всех с праздником поздравляю. Вот, сегодня 8 число, это где-то 2 недели, грубо говоря. Сейчас насчитывается 66 человек, зараженных этим вирусом. Да, которые вот люди где-то заболели. 66 человек по всей Греции. Это не Салоники, это вся Греция. Вот. Что бы хотелось бы сказать по этому поводу? Это как бы раздутая для меня такая тема большая, но она существует. У нас каждый год какие-то проблемы. То свиной грипп, то куриный грипп. Теперь вот серьезная вот эта проблема с коронавирусом. По всей Европе она гуляет, этот коронавирус. И что поделать? Его кто-то сделал, этот вирус. И теперь надо с ним бороться. В городе Салоники такой паники нету большой, чтобы люди там как бы переживали. Переживают люди. В некоторых районах закрываются школы на карантины. Да, это такое есть. Но как бы если задумываться очень сильно над этой темой, да, ну тогда становится грустно. Надо просто жить дальше и работать, и продвигаться дальше. Да, есть такая проблема. Аэропорт у нас закрылся практически. Практически он закрытый. Вот. Я не знаю, как люди будут ездить, как люди переезжают вот границы. Но Греции сейчас очень тяжело. Так как аэропорты закрыты, а это бьет по бюджету. По бюджету Греции. Вот, это за коронавирус, такой вот маленькая у нас темка. Еще одна тема есть в Греции, такая с беженцами. Сейчас граница Турции и Греции. С Турции хотят сюда больше 15 тысяч прорваться беженцев, чтобы кто-то, половинка, часть этой половины останется в Греции, а часть пойдет дальше, кому там не хватит денег или кому не сделают здесь документы, так как Греция беженцам платит где-то 400-450 евро, потому что они беженцы, они могут засрать этот бедный город Салоники, он и так уже тут кто хочешь есть и чего тут только нету, да, а потом спрашивают, откуда болезни, потому что очень много беженцев. Вот. Некоторые, кто делает документы, остается здесь, им государство платит по 450 евро. Они ведут себя совсем неадекватно, так как на них нельзя там ругаться с ними, нельзя там такое проявлять к ним какую-то агрессию, потому что он беженец, он человек, как бы ушедший со своего города, где идет война там или еще какие-то проблемы, да. И поэтому они могут засырать этот прекрасный город Салоники. Вот. И такая вот еще маленькая проблемка есть с островами. Греция дала свои острова за долги. Не буду говорить, какой город, допустим, чтобы не пугать людей там, кто куда собрался, да. Это все равно пишет нам интернет, все в интернете можно почитать. Но знаю одну информацию, один остров ждал 1000 беженцев. На самом деле туда прибыло буквально 1015 беженцев. Вот. И теперь государство начало строительство им, то ли это будет гостиница, в общем, жилые комплексы, где они будут жить. Люди, конечно, возмущены этой темой, потому что люди, во-первых, ждут туристов. У людей, это ж остров, там и так ограничено получается пространство, чтобы для стройки. Может быть, частник какой-то хочет построить еще одну гостиницу, да, ему тяжело это сделать. А тут приехали беженцы, да, им, опа, кусочек земли отдали. Вот, и будут сейчас заниматься стройкой. Уже стройка идет, в принципе, занимается. А беженцы гадят там, в этом острове. Вот, где ему захотелось, туда он пошел и сходил. Потому что так, такового дома-то у него нету. А люди не хотят там впускать, с ними сильно дружить, да. Потому что ведут они себя
не очень адекватно. Их много, они все хотят работы, они хотят денег, они все голодные. И, соответственно, вы понимаете, какой бардак происходит на островах, да? Они на этих лодочках приплывают. Вот, плывут и плывут все-таки. Вот такая вот тема наболевшая, которая собиралась, так бы, это за месяц. Вот такой вот информации буквально. То, что 2020 год будет в Греции такой знаменитый, потому что я думаю, что будет проблема, во-первых, если не прекратится вот это вот коронавирус, как-то они не успокоятся, либо не сделают соответствующие проверки какие-то людей, то Греция пойдет крахом 2020 год, так как Греция очень много берет денег с туристов. Это туристическая страна. Вот. Через месяц уже, кстати, будет у нас потепление. Вот. И люди должны вот ехать. Хотя в этом году, вот видите, 2020 не только Греция, так как вирус гуляет по всей Европе. Это такая международная проблема, можно так считать. Так что такая вот маленькая темка, которую хотел высказаться, сказать вам. Так что пишите, ставьте лайки, делитесь видео, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить видео мое. Да, буду выпускать. Каждую недельку стараюсь сделать какое-то видео для вас. Вот. Ну что, друзья, до новых встреч и всем приятного отдыха. Не болейте, друзья. Всем пока.